Алло, Наталья. Здравствуйте, это Людмила Булдакова. Я получила вашу заявочку на регистрацию. Наталья, скажите, пожалуйста, что заинтересовало вообще в проекте, в предложении? Угу. Мы вообще понимаете, с какой компанией сотрудничаем? Прочитали, ознакомились с предложениями-то подробно-то. А с компанией, с какой сотрудничаем, понимаете, да, что это компания Reflame? Ну да, можно сказать так, у нас информационная обучающая деятельность, то есть мы привлекаем людей на сайт компании, чтобы они делали заказы, обучаем их делать заказы, да, и обучаем вообще работать в компании, зарабатывать деньги. То есть у нас есть несколько видов заработка, с которыми вы уже позже познакомитесь. Для себя вариант выберите подходящий, какой вас устраивает на данный момент. В любое время вы можете изменить направление в работе, то есть разные, да, варианты. Хотелось бы узнать еще, как у вас, ну я так поняла, что со временем у вас не очень удобно, что месяц через месяц вы на вахте, да? Угу. А по техническим возможностям, компьютер, интернет, вот это вот как у вас? Без ограничений, отлично. Угу. А с телефона тоже выход есть, да? Ну, вы подождите, я вам еще личный кабинет не оформила, я сейчас с вами знакомлюсь. Вообще немножечко о себе скажите, возраст, семейное положение, профессия, что-то вообще, как у вас? Угу. Угу. А дети-то большие, да? Большие, понятно. Ну, наверное, еще кто-то в семье есть, да, родители. Дочь-то все равно с кем-то же остается, пока вы на вахте. Угу. А, Наталья, скажите еще вот такой вопрос. У вас опыт работы вообще вот организаторской деятельности, руководящей деятельности не было никогда? Угу. Ну нет, ну смотрите, например, есть бригадир, да, например, вот, ну, то есть подчинение какая-то, команда, да. То есть вот понимаете, да, вот ну, у нас сфера, в принципе, деятельности такая, что в подчинении команда какая-то, да, и уже один человек обучает всю команду работать. Вот в таком направлении мы работаем. То есть мы не можем всех людей, например, там 1000 человек и каждого обучить, да, мы обучаем несколько человек, которые тоже будут обучать. То есть работа организационная, организационного плана. Компания платит с товарооборота, не с пустых, там, не с пустой переписи населения, поэтому мы обучаем и как этот товарооборот создавать и все прочее. Деньги хорошие, деньги серьезные. От 30 тысяч учим зарабатывать, то есть, ну, это как бы минимум, вот, который в компании предлагается зарабатывать, вот, ну, и больше, то есть, ограничений-то, в принципе, нет. Вот, что делать надо, сколько платят, все это вы узнаете в видео, я вам дам видео подробное посмотреть, свое пока не записала, планирую свое записать, дам вам видео своего вышестоящего спонсора. Ее доход на сегодняшний день составляет 200 тысяч рублей в месяц. Ну, я так думаю, что ну, будет интересно посмотреть и узнать, что же она такого делает, чтобы такие деньги зарабатывать. Да? Вот. Ну и по времени, конечно, занимает, ну, заработки занимает по времени, скажем так, от 3 до 6 месяцев, чтобы начать зарабатывать. Потому что ну, это как... В любом бизнесе, да, магазин свой начали, открыли, да, его нужно раскрутить. Ну, у нас какой плюс? Командная работа идет. То есть не вы только будете свой личный интернет-магазин раскручивать, но и вышестоящие партнеры,
будут помогать. То есть я непосредственно буду помогать регистрировать людей уже под вас. Ну и те люди, которые активно у вас в команде включатся в работу, они будут своих людей приглашать, они тоже будут в вашем товарообороте, вот эти люди. Вот, поэтому командная работа, она приносит быстрые результаты. Вот. А по поводу того, что мы все являемся потребителями в своем интернет-магазине. То есть это не говорит о том, что вам нужно прям закупаться продукцией, да, или там бегать продавать. Это говорит о том, что мы просто меняем свой магазин привычный, там, где мы раньше покупали там шампунь, гель для душа, мыло. Мы сейчас берем все у себя, ну, потому что это выгодно в двух случаях. Во-первых, нам компания платит с товарооборота доход, да, если мы не будем покупать сами, как мы объясним своим партнерам, что нужно покупать здесь, как мы будем организовывать. Если личный товарооборот не можем организовать, соответственно, командный тоже не сможем организовать. И люди, когда не готовы покупать продукцию Oriflame для себя, ну, то, что нужно, то, что вот, необходимо, да, то нет смысла им начинать здесь зарабатывать, у них точно не получится. Потому что, чтобы получилось, нужно знать продукт, а как его узнаешь, если им не пользоваться, правильно? Согласны со мной? Вот. То есть, если вы готовы к этому, да, то есть у нас три особо, ну, ничего такого особенного нет, три действия простых. Это сами пользуемся продукцией, приглашаем других людей и обучаемся. Обучаться можно в режиме онлайн, в форме вебинаров. Заходить в определенное время по ссылочке и слушать, как спикер проводит обучающий вебинар. Либо в записи смотреть видео. Вот. Ну, то есть и так хорошо. Ну, ежедневное обучение нужно. Вот. Приглашать нужно тоже время для этого. Ну, у нас есть возможность и теплых, ну, пригласить знакомых своих, да. То есть прям в соцсетях можно написать своим знакомым: привет, начала работать в интернете, про тебя подумала, может быть, тебе тоже деньги нужны. Рассказать суть. Ну, человек говорит, да, давай рассказывай. Просто, ну, также меня можно добавить в чат, ну, как бы чат на троих организовать, да, и сказать, вот Людмила, она работает давно, она меня пригласила, она расскажет, я пока новичок, не могу рассказать подробно, но и я уже могу наговорить, могу написать, и вы в этом процессе тогда, получается, обучаетесь, да, а я уже с вашим теплым рынком общаюсь. В чем преимущество? Знакомые, они, ну, быстрее включатся в работу. Незнакомые, они, ну, у них меньше доверия, да, ну, очень много нужно незнакомых пригласить, потому что, ну, для этого нужно уже какой-то результат иметь, да, хотя бы страничку такую, брендовую, да, чтобы человек зашел на страничку и видел, что да, действительно бизнесом человек занимается и действительно может что-то интересное предложить, да. А у новичков обычно, ну, не особо быстро получается на холодном рынке, ну, с незнакомыми людьми работать. Поэтому предлагаем новичкам, конечно, с теплого начать, да, вот. Ну и ближайшие шаги какие будут. Сейчас я вам оформлю, Наталья, личный кабинет, да, дам логин, пароль от личного кабинета, дам ссылочку в личный кабинет. Нужно будет зайти и активировать, там код придет на телефон, 4 цифры. Нужно будет зайти активировать, просто этот код в окошечко ввести, нажать ОК. Все, у вас личный кабинет будет активирован, и можно посмотреть каталог сразу и определиться для себя, что вы можете из этого каталога заказать. Почему? Потому что у нас компания еще предлагает акцию для новичков в течение 72 часов активироваться бесплатно. То есть обычная регистрация у нас 149 рублей стоит, она включается в первый заказ, эта сумма, не сразу, не нужно сразу платить ее. А если в течение 3 дней новичок размещает заказ на 1000 рублей по цене каталога, ну, так как у вас будет скидка 20%, как у партнера, то это 800 рублей вам обойдется заказ, то регистрация будет бесплатной, то есть не возьмут 149 рублей. И еще и доставка будет бесплатной, первая. То есть это очень выгодно. Поэтому, если есть возможность, размещайте сразу заказ вместе со мной, то есть я вам помогаю оформить доставку правильно, чтобы ничего лишнего не заказать, чтобы выгодные продукты заказать. Могу скинуть видео, то, что вот я присмотрела в этом каталоге. У меня там уже, ну, выгодные предложения, что вот я бы порекомендовала, да. Вот.
Ну и если делаете сразу, то все хорошо, у вас пройдет сразу активация, потому что в любом случае, ну, первым заказом нужно будет активировать личный кабинет в течение 2 месяцев, иначе он просто за неактивность закроется, да, и те люди, которых я к вам зарегистрирую, партнеры зарегистрируют, возможно, кого-то вы успеете пригласить за это время, они перейдут к вышестоящему активному партнеру. То есть в любом случае нужно номер активировать в течение 2 месяцев, чтобы он на год у вас был активным. Вот. Но в какое время это сделать, вы сами решаете. То есть самое выгодное предложение это в течение 72 часов, то есть первые дни. Вот. То есть моя задача дать информацию, а вы там уже сами решаете, как ее принять, не принять. Вот. Если даже вы сейчас не активируете свой номер, ничего страшного, можете начать с приглашений, потому что, ну, не у всех людей бывает возможность в первые дни активировать. Тогда можно начать с приглашений. И те люди, которые у вас откажутся на теплом рынке, да, на знакомые ваши, вы можете дать уже ссылочку на каталог и сказать, что, ну, не хочешь бизнес, не надо. Я вот бизнесом решила заняться, да, мне нужно сделать заказ для активации. Вот, можешь посмотреть каталог и заказать что-то через меня, если сам не хочешь регистрироваться. Таким образом, у вас уже может личный товарооборот получиться с вашими знакомыми. То есть получается не продажи, да, а просто поделиться каталогом со знакомыми, с друзьями, там, с родственниками. В принципе, можно таким образом товарооборот организовать. Если на данный момент какие-то вопросы, Наталья, есть, задавайте. Если нет, то я пошла уже вам регистрировать личный кабинет. Угу, отлично, ну все, я вам еще запрос с основной странички кину там в друзья, потому что мы общались на рабочей страничке. Вот, а на родной страничке я вас уже добавлю в чат команды. Там у нас в чате уже будет вся информация и, ну, приглашение, обучение и все прочее. Угу. Все, до связи.